Жители Одинцовского округа все чаще делают выбор в пользу дистанционных сервисов для оплаты услуг. Абоненты могут пользоваться дома всеми услугами расчетного центра. С помощью единого личного кабинета можно без комиссии произвести оплату, передать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно и многое другое. Напомним, очное обслуживание в офисах расчетного центра приостановлено до 30 апреля.